Ночной приветик от Квазимода. Покажу, как мы кормимся, чтобы опять-таки убедились, что у него все в порядке с реакциями. Это доказывает, что у него реально нету синдрома Энигмы. У него просто искривление позвоночника, и связанные были с этим нарушения. Вот он все задышал там. Сейчас вот покажу нормально. Вот он уже прицелы качественно наводит. Да, кривое дитё. Ну, что теперь поделаешь? Ну, такой вот ребенок родился. Сейчас подальше покажу. Вот убрал, и он как раз киданулся. Опа, сейчас скажи, покажу, как надо ловить тараканов. Он уже идентифицирует насекомое. Все нормально. Опа, опа, прицелы, прицелы пошли. Ну, бери нормально, бери. Я единственное заметила, что вот этим глазом правым он видит, наверное, хуже. Потому что если четко показывать с этой стороны, берет замечательно. Либо за счет того, что искривление, ему в эту сторону просто поворачиваться не так удобно, как вот, собственно, в эту. Сейчас покажу еще. Ну-ка, на тебе еще. Опа, видели? Сразу, когда увидел, меняется реакция. Пошли прицелы, вот хорошо сейчас видно. Дышит учащенно, он его видит, все нормально. И четко берет, если я хорошо показываю именно с этого направления. Сейчас покажу с этой стороны ему опять. С этой стороны ему неудобнее ловить. Покажу с неудобной позиции ему. Он тоже его увидит, тоже начинает реагировать. Я могу даже вот так вот дальше отводить, он подойдет поближе. То есть вот этим уже проблем нет. Смотрите, смотрите, сейчас пойдет, пойдет. Да, ему тяжело с этим позвоночником, но он хотя бы рефлексы повключал, и это меня радует. То есть я думаю, что в дальнейшем он будет есть вообще как бы сам, ну полностью даже можно будет пускать тараканчика. Вот он пошел, пошел. Ну неудобно ему, конечно, в эту сторону, это видно. Но пытается же, видите, прицел навел, старается изо всех сил. Видите, видите, прицелы, прицелы. Да, на заднем фоне там звуки есть. И кто услышит, это хомяки. Потом сексодром опять устроили. Вот у них единственная, как бы, радость, наверное, на пенсии. А, решил глаз протереть язычком, видели? Ну-ка, смотри. Вот он, да, вот. Вот. Вот он. Да, бери. Вот видите, с этой стороны ему неудобно. Если я показываю, видите, он не может с этой стороны нормально повернуть голову. Видно, за счет позвоночника голова в эту сторону хреново у нас поворачивается. То есть вот он пытался взять, но не получается. Если я показываю с этой стороны, сейчас возьмет. Сейчас, скажи, сейчас. Вот в эту сторону, скажи, я поворачиваюсь нормально. Да, в этом, скажи, нюансы есть такие анатомические. Что, застесняла я тебя? Бери таракан, он уже обсыпался весь. Бери. Да, вот он, да. Вот такую шевелит усами. Видел? Что, очень страшно. Я думаю, что он очень вкусный. У тебя три таракана нормально вылазит. И вот, и видите, он когда и поворачивается, его больше на эту сторону крутит. Поэтому и поворачиваться, и ловить с этой стороны ему удобней. Ну-ка, опа, все, взял. Вот как-то так. Ну ничего, кормимся ж уже. Уже не насильно, уже круто. Сейчас попробую четвертого предложить. И вот старается ходить по прямой. Поэтому все-таки, наверное, буду уже пересаживать его в большее пространство. Да, будет у него разгон для физкультуры. Может, что-то изменится, да. Лучше передвигаться начнет. Меня еще порой свалить пытается. Да. Все по-серьезному. Ну, вот тебе только с этой стороны брать. Тут неудобно, да. Бери. Бери, бери. Я не подлезу. Ты там уперся в стенку. Так что бери с этого направления, учись. Ну, куда деваться? Ну, ты сам туда вперся. Я тебя туда не гнала. А, ты решил пойти другим путем, сам развернулся. Ну, бери с этого стороны, так сказать, точно возьмешь. Да, тут нормально. Походу, он еще и сам приспосабливается. То есть он сейчас разберется, что с той стороны не получается брать, начнет сам разворачиваться нужной стороной. Бери нормальный таракан, прицелы опять пошли, прицелы. Ну, берешь, нет? Классный, классный таракан. Надо его есть.
Вот так вот, видели? Вот и все. То есть он нормально кушает. Ну, вот что-то вот это позвоночник не позволяет ему гнуться нормально в правую сторону. В левую замечательно, тут и так изгиб есть. В правую охотиться неудобно, он не может резко повернуться и схватить таракана. Перед лицом прямо более-менее нормально. И вот на левую сторону замечательно берет. Вот наш горбик. Да, кривушечка моя. Ну, куда деваться. Тут у него даже сердечко есть. Ну, понимаю, что с возрастом оно изменится. Но пока вот сердечко. На нем лайк чей-то прилип, походу. Там он еще один, если присмотреться. Так что тут на нем вот такая конфигурация. Ну что, растем дальше. Будет интересно, как он будет развиваться дальше. Вот реально, потому что их никогда не оставляют. Их замораживают, приговаривают к смерти с момента рождения кривых и косых. Ну почему это делают заводчики? Потому что себе они не собираются инвалидов оставлять. На продажу они нафиг никому не жды, их не продают. И пристроить проблематично. Поэтому такие дети, хоть змеи совсем кривые, там или безглазые, хоть и ублефары. Вот он сейчас лиськает меня, лиськает. Интересно, начал проявлять. Да, он сейчас в последнее время и лиськает хорошо. Сейчас укусит за палец, прицелился, как на таракана. Сейчас, скажи, я тебя поймаю. Тараканов хочу, скажи. Это он сейчас больше интереса стал проявлять к окружающей среде. Просто поздно включились рефлексы. Да, вот такой товарищ. И понятно, что если бы его заморозили, мы всего этого не видели. А так вот я имею возможность и сама наблюдать. Да, ради, так сказать, развития общего. И вы знаете, что вот такое бывает в жизни. Ну, как-то так. Так что оставлю в покое. Вот он даже по прямой начал ходить. Я уже сказала, раньше он по прямой вообще не ходил. Ну, еще день-два и будем пересаживаться. Вот, вот, видите, по прямой пошел. В большой, ну, чуть больший контейнер. Потому что это детский совсем. Ему его уже мало.